Всем привет! Меня зовут Мария Левина, и прямо сейчас я поделюсь с вами, как лучше всего провести выходные в Самаре и что стоит посетить. Поехали! В эту пятницу в галерее «Виктория» открывается новый сезон. Стартует традиционный проект «Новые художники». Стены галереи украсят работы начинающих самарских дарований. Поддержать комплиментом или конструктивной критикой можно на Некрасовской 2. Начало в 7 вечера. Проработает выставка до 15 августа. Синоптики обещают дождь, а значит, самое время ловить атмосферу и слушать джаз. Проект «Мелодии лета» во дворике музея «Модерна» продолжается. Сегодня выступят ребята из суперквартета. Музыканты из разных городов – Ульяновск, Москва, Санкт-Петербург. И все они, объединенные любовью к музыке, в Самаре. Гостей ждут в 20:00. В субботу вечером открывается фестиваль иллюстраций «Барбазуль». В этом году тема феста «Художники в городе». Самарские иллюстраторы предложили свои версии рекламных плакатов, афиш и объявлений. Посмотреть на них можно в художественном музее. Начало в 6 вечера. Любители почитать встречаемся в 15:00 на набережной Первомайский спуск. В воскресенье. Состоится благотворительная книжная ярмарка. Книгоманы смогут обменять свою книгу на любую понравившуюся, либо внести пожертвование и выбрать другую любую историю. Все книги, которые участвуют в ярмарке, с историей. Волонтеры собирали их на протяжении всей весны. Пока вы будете мучиться с выбором, музыканты поработают над атмосферой. Обещают живой звук. На этом все. Проведите свои выходные ярко. Всего доброго. До встречи. What?